Вот такой кейс пришел мне с Яндекс.Маркета, который хранит очень нужную штуку для каждого автолюбителя. Гайковерт. Сейчас распечатаем и посмотрим, что там внутри. Так, вот такой кейсик. Ручечка для переноски. И вот такое содержимое. Инструкция, гарантия. И вот оно, чудо-устройство, пневматический гайковерт с набором головок, переходников вот, для быстрого снятия шланга присоединения. Вот переходничок. Он тяжеленький. Ключик, масленка, набор головочек. Сейчас я перехвачу. Ну, такая увесистая штука. По паспорту что-то 2,3 килограмма. Эко фирма. Сейчас вытащим его из пленочки. Самое главное, кейс удобно. Теряться не будет. Вот удлинитель. Набор головок, как видно, все размеры колесных тут гаек. От маленьких до больших это на сколько? Вообще большая головка, наверное, на 22 или 24. Ну, вообще, мне, конечно, нравится. Сейчас попробуем в гараже, вделаю его. Стоимость этого набора 5600. Бросили. Вот он. Сам гайковерт без пленки, тут регулировки, мощности затягивания. Вот такая классная штучка. Ладно, едем пробовать в гараж.